Дорогая, что тебе пожелать? У тебя все есть. Вот у тебя есть все, даже с излишком. Для того, чтобы жить спокойно, радоваться, наслаждаться жизнью. Мужикам. Желаю тебе самое главное. Полюбить себя и научиться жить со своими болячками, научиться чувствовать свой организм. Вот когда ты сама себе чуть-чуть начнешь помогать, поверь, жизнь играет в другими красками. Вы не согласны со мной? Сейчас подожди. Мам. Ну, блин, сбей меня. Нет слова, не сбей. Жизнь заиграет. Я не согласна. Здоровья мамы, что ты пожелать здоровья? Здоровье решается каждый день у всех. У нас начинается рождение. Поэтому надо беречь то, что есть здоровье. Научиться жить со своими болячками, здраво к этому относиться, уже 50 раз одно и то же говорили. Нормально. Короче, мама, живи, радуйся. 100 лет. Спасибо. И чтобы быстрее он наступил. Я справку уже. Это всегда так говорила. Помнишь, что? Помню, да. Кто? Ну, кто? Секровь моя. Да, твоя секровь. Моя слава. Уже до следующего дня рождения. Она всегда так говорила. Я не буду говорить, 30 лет прожили, 50. Нет, с Вашечкой. До следующего дня рождения. Живем до следующего, опять встречаемся. Мам, но главное дожить в здравии, в своем уме и при памяти. Для этого надо немножко приложить усилия. Понимаешь, немножко. А не ползать на четвереньках. Абы жива. Ира, ты уже отправилась не так, куда надо. Сегодня день рождения, сегодня прекрасно. Давайте маме мужа пожелаем, хай на замуж выйдет еще раз. Еще раз, да. Бог не дурак, мам, любит пятак. Надо пятый раз замуж выйти. Давайте. Ой, Ира, я не дотяну. Я не дотяну. Давай. Давай, Руська. А я говорил... А что, она уже компот хотела, да? Прикалуешься. Жаргон пішов запорожський. Прикалуєшся. Вона так хотілося на ігріні відмічати. На ігріні вона випила компот. Світа сидить, жаліє. А ти казала, боже, у чужих людей. Світа сидить, який жаліє. Оце б зараз би на ігріні. Ні, вона жаліє, що каже, зараз би на ігріні було і хорошо. І то, і такі сидить і каже про це. А ты варнякала. Не, ну так правда. Это из-за тебя все. Оставайся со своей мамой. Татьяна Васильевна, какой у меня компот? Добрый, Татьяна Васильевна. И не сладкий, да? Скажи, всегда добрый. Мама любит у Светы компоты и запеканку. Кексы. Кексы. Она любит, каже, вот это запеканка, кексы, у Светы хорошие. Компоты, да. Она вообще без сахара делает. Вот что-то есть, чтобы было за все годы. Что, что-то не любит? Любит, я сильно у меня любит с ягодами, что-то готовлю, с сыром, она любит такое. Не расстраивайся, в следующий раз попадешь на игре. Логово сытников. Ты же знаешь, что в интернете там есть вот это ресторан, создали логово сытников. Мне звонят до сих пор. Звонят и говорят, можно банкет заказать? Можно? Так есть люди, которые подъезжают к воротам, сигналят. За какие-то деньги они там будут кормить, убирать, конвейер. Нет времени сейчас. Они же тебя туда и приглашали, сделать открытие заодно. Нет, так это же будет другой повод. Ну, по-другому тебя не заманить было. И так не заманили, нифига. Поэтому тут уже, если ты на свою маму не клюнула, то уже это было. А ты же расстроилась, что ты капот не выпил. Да. Мама расстроилась, что компот не дали. Вот, я вижу, что ты будешь. Ты расстроилась, что компот не выпил? Я хотела, чтобы не ест, не... Она сидит, не ест, не пьет. Я уже ела. Она в прошлом году очень хорошо пила и ела. І Зіна сидить під Надю коса, ні черта, та не заказує нічого, і мені нічого. Що ви як цілки македонські, чесне слово, сидять. Їжте один раз, наїшлись і все, чого ви? М'яса не хочу, але хліба дайте, так? А хліба дайте, а хліба дайте. Ната, Зіна, на, їж. Їжте. Ти будь своєю офіціанткою, там
тарелку. Ничего страшного. Мама пригощает, все сидят. Ну что сидят? Уходите. Да вы же нам сразу сбегаете. Девушка, девушка. Слышишь, мам, так а ты от кого родилась? А свого дедушку я не знаю. У 33-м году была голодовка. Це всі знають. По всьому миру була голодовка. По всьому миру не була, мам. 47-му. А цей дідусь в колхозі, хто був, казали, приносьте своє інвентар, корову, бика. Така ножка. В общем, у колхозі. А мій не заходить дід, я його не бачу. Герасим, бабушка не має. Герасим, от Ніна Йосипівна нам дозволить. Герасим, тільки бабушка. Це хорошо, що Ніна Йосипівна. По женській лінії передає. Багато. Все это красивенькая скумбрия. Вам коробку есть? Я не ела на скумбрию. Мама, ты от кого родилась? Мама, а ты от кого родилась? От кого ты родилась? От кого ты родилась? А мама в тебе как звали? Мою маму? Да. Нина, как? Да ты шо? Да, Нила. Нила? Это нам Нила тоже подходит. Вот это же она еврейка есть. Да, вот это... Сейчас дедушка посмеялся. У гробов засмеялся, что на его... Нам это подходит. Мама, вы знаете, какие они в синагоге дают пайки каждую неделю? Я вас умоляю, мама. Нет, этого аппетита нам у кого у нас горячий. И при том говорят... Да нет, разница, даже для синевра. Вкусно готовлено. Мама, это дорогого стоит. Что? Имя Нила имеет древнееврейское происхождение. Еврейская сына. Это популярное имя для представителей женского пола. Так и у нас есть еврейские. Кто-то еще мне не верит. Ты слышишь, серьезно, да, Ира? Она серьезно тебе говорила, баба? Да, вот так. Я, ну, оказывается, не бабушка. Она говорит, я записана в метрике, где там она родилась, когда родилась. У нее имя Матвеева Нила Герасимова. Видишь одно шо. Я знала, что я говорила, мама. Я уже нашла практически ваши еврейские корни. Вас прямо. Я все же по маме, правильно? Да, по женской линии. Вот именно, я думаю, что за имя Нила. Нила это, Ира говорит, честь Нила. Кто там знал, то и Нил тогда. Вот так, вот так. Молодец, пока мы сидели, Нина зовут. Коля. Ира, что ты с тарелкой? Заберешь в Запорожье. А будет сладко, да? Ну, очень вкусно съешь. Не хочу. Вот, кстати, вкусная, вкусная еда. Тут. Тоже накормить собачь. Вот эта черта, вот именно национальная. Корм? Торт. Собачий. А. Торт буду. Надя делала торты, кстати, очень вкусные. И сделала хорошие коржи. Спасибо, что вот так. Мам. Мама. Все, мы подтвердили. Мама. А ты знала, что бабушка Нила, а не Нина? Ты в шоке, что бабушка Нила? Да я ничего не знала. Нина Герасимова. Но она не знала, и я лучше рассказала. Она и Аркадия не знала. Подождите, они даже Аршалус Аркадием называли еврейским именем. У них, ты же понимаешь? Вот так. Не, ну потому что Аршалус в селе было тяжело людям. Ну да, Аркадий называли. Для облегчения. Аркаша. 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 Более как бы русская кружка. Это и мужчин так называют, и женщин. Как у нас Александр. Что бывает? И женщина бывает? Я, все. Та что за бред? Имя носило и женки, и мужики. Аршалусь. Ты же не понимаешь? Аршалусь. Да? Я своей жизни не хочу. Ну я уже селение явление. Похоже, бабушка Нила сегодня открытие мне не нужно. Батчики. Лусь – это свет дарит. Луис. Аршалуис. Луис. Переводит. Это женщина. Где свет? Аршалуис.
Ира, как ты говорила, женщину называют еще? Аршавусь? Нет, подожди, в Армении Ира. Ира, ты лучик свет. А есть Геннадий и Геннадия. Аршавусь. Тетя Геня. Калер. Нет, еще это такое имя. Калер. Барсик. 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 Ну, Барсик, у меня собака была Барсик. Ну, Барсик. Ну, Барсик. Не Барсик, а Варсик. Это Барсик. Я не Барсик. Да. Ну, Барсик, у меня усвоили. Да, Санвел Манвел. Карине Марине. А для них уже смешное там. Короче, мы что-то говорили, что нету дурдом там смотреть. Вы шалусом смеетесь, а шалуйся. Ну, я как первый раз жизни слышу, что а мы первый раз жизни слышим, что Нила была у тебя. Вот именно. Я об этом говорила. Кому ты говорила? Так, Коля, ты, ты на Ютубе выступала? Если вы все меньше пили, то вы меня слышали раньше. Вы же не слушаете. А я первый раз Ира слышу. А я первый раз поняла, это правда. Это очень большая тайна. Ира, первый раз слышу, что бабушка Нила. Ира, наоборот, чем больше ты вспомнишь, тем лучше. Я очень жалею, что ничего больше не записала. Не выпытывала у бабушки. Там. Слушай, твоя мама ничего не выпытывала? А маме ничего не надо, она ничего не знала. Ну потому что ты жила с бабушкой, а она... Так она же тоже там жила. Где? Она жила с Аршалусом, что вы? Она жила со всеми, но сама по себе. Не, ну она уезжала с отцом, конечно. Долго ее не было, когда мы родились. Нет, ну хорошо, мы нашли это, но надо подтверждение. Иначе нам надо будет маму прийти. Мы сейчас находимся в гараже 4-й серии. Нам надо. Слышишь, Ира, в гараже 4-й серии. Женя, гараж, вот этот цвет. В гараже 4-й серии. Мама сидит, ничего не соображает. Да, все она соображает. Она просто не интересовалась этим. Ну, кто интересовался у тебя у Гены? Она говорит, почему ты... Да, ничего. Вот, а уже не могу. Люди видео посмотрят, вам все передадут. Все поймут. Как я Гену пытаю, говорю, а чего умер твой дедушка по отцовой линии? А он не знает. Я не знаю. Ну, капец, как ты не интересовался? Он родился, у него не было ни одного уже дедушки. Понимаешь, он не застал ни одного дедушку. Он любил нашего дедушку, и дедушка его любил. Хорошо понимаешь. Дедушку Вася. Да. А он своих дедушек не застал. Я же его пытаю. Как умер ваш дедушка? А зачем оно тебе надо? Ну мне интересно. Подожди, а если он... Ну, я хочу знать, быть... Вдруг у меня внук спросит. Может быть, он не своей смертью умер. Какую-то линию. Он заболел и умер, успокойтесь. Это же не такая глубокая... Ты же не знаешь. Узнали. Узнали, как один дедушка умер. И как? Теперь нам интересно. А там заболел. Заболел воспаление легких и умер. А тогда пенициллина не было, наверное. И бабушка осталась, бабушка Марина осталась молодая, это по отцовой линии, 30 с чем-то лет. Она стала с 4 детьми, она больше замуж не вышла. Вот она молодая. Так это мне рассказывала бабушка Валя. Так это вот. Но мы за отца не знали, вот за дедушку мы не знали. По отцовской линии. По отцовской линии. А потом я к нему просыпилась, а как умер дедушка по материнской линии. Он поднял своих старших и говорит, давай звони старшим братьям, может они хоть знают. Ну и что? Ну узнали, он умер 60, мы высчитали 67 или 68 лет. Ну инсульт или инфаркт, что-то. Ну, во сне тоже. Тоже умер молодой, а бабушка уже 82, или что, ну, бабушка... Ну, бабушка Валя, да? А жена бабушка, его? Да. А ты бабушку старую, ты же не помнишь? Нет, не помню, нет. Я ее не знаю. Где-то бабушка умерла, по-моему, мы были... 82-м году. 12 лет нам было, в 5-м, в 6-м, во сколько... А мне был один год. Я где Марина умерла бабушка, это я помню, что тебя в школе не было. А, это один день, когда я не был в школе, когда мне бабушка умерла. Все остальное я не мог объяснить. Вот там Ира сидела. В одном классе Ира сидела, она была издеваться. Зуб болит, нога болит, простудился. Иди в школу. В школу. Да. Слышишь, Ира, Гена издевался над тобой в школе? Нет? Да, уже постарше в классе. А после школы? Ну, он до восьмого класса уже шушел. После восьмого ушел. Я бросил вас. До сих пор издевается над сестрой. Какие такие тупые были? Ну, я так понимаю, это же были такие вот какие-то... Сельские. Да, ну такие вот, да. Ты знаешь, как, да, обратить на себя внимание, какими-то вот такими вот... Саму, давай то. Какие-то делала... Обратили внимание на занервничав. Аршалусь, а тело не разрушает. Нет, ты знаешь, что ты меня... Шо-шо? Вопрос другой. Шо-шо, мама? Я хочу бачить вас такой, як ви були на солошечку. Золотою прическою. А, там мне надо подстричься. Да, почти надо. А что будет? Кто был краще, кто прическа. Мама умеет делать комплименты. Себя как уже когда Нина смотрит, именно она. Нина Ерасимовна она была. Нина, все. Она была записана Нила. Она лично.
И слава Богу, что ты сказала, хоть знать. Мама с перепугу начала меня на вы называть. Откуда я знала, что это еврейское имя? Мама решила, знаешь, что вы еврейское имя. Вы еврейка, конечно. А кто по национальности свеча? Цыганка. Цыганка. Мама, он шо, ваш родич? Он шо, ваш родич? Как ладошка? Свеча? Так вот цыгана, говорит, ничего не хорошо. Кого Нина, кого Нина. Мама, мы не про то, а про нашу будущую жизнь. У тебя своей зрительнице Али напишу, она скинет, вот сейчас я напишу, она, если я успею, она скинет фотографию своего отца. И ты посмотришь, вылитый Эдик. Вылитый Эдик. А он чистокровный еврей. Не наш. Да не, Эдик наш. Так, а Эдик, простите, имя. Это я его так назвала. Эдик. А я тебе говорю, у тебя память проиграла. Да, Эдик, я пришла со школы, я сказала, Эдик, тот уехал. Да не надо, а сам Боли, Саша, Боли, куча чего. Там было до последнего, они с отцом поехали регистрировать, и они... Регистрировали. Не могли придумать ему имя. Роберт там назвали. Наверное, делать обрезание. Мама хотела меня Робертом назвать. Да, Робертом, я за тебя говорю. А, ты за меня говоришь? А я думала, Эдика повезли кастрировать. Ага, конечно. Говорю, Эдик. Эдика назвали Эдиком. А когда сама может, нечего было кастрировать. Пошли его записывать, они попросили. Я ржу сижу, она. Так я за тебя рассказываю. Что вы куда-то ездили. Что вы поехали, они были на перепутье. Роберт или Самвел, мы приехали, короче, что Самвел. Ты видишь, хотели тебя назвать. Мы приезжали именем женщины. Отец армян. Если бы ты Роберт был, ты бы тоже евреем был. Ну да. Конечно, и Эдуард, и Роберт. Вот поэтому они хотели назвать. А что вы несете? Роберт, мне кажется, это немецкое. Ира, может ты Ира, а какая-нибудь Ираида? Нет, они меня хотели назвать Инной, да? А Инна по-армянски 9 Инны. 9? Да. Цифра? Инна. Да, они хотели меня назвать Инной. Может, Инна? Инна. 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 А третій давай я назву. Третє, що значить третє? Третє. Це я третє. Це третє, це я. Смішка є з собою, здорова, товста. А ви в честь національного героя назвали? Ага, в честь книжки, товста. Дорогі родителі, перебували. Мені подобається національний герой Армінії сам був. Мама вряд ли ее читала тогда. Как получилось? Как получилось? Погосян, чи Погосян, чи щось там. Ну, дело в том, что... Чи Погосян, чи... Він підріс. Так от пишуть. А мати поцариться. І у їх своя віра, в азербайджанців своя. Тебя! Днем рождения тебя! Всі знімають. Рождения! Як похорони. Це як похорони. Мама, загадувай желання і туши. Дуйте. Ура! Що загадала? А де такі буковки? Та Маріна привезла. А де ти взяла такі? В Івано-Франковське приїжджають. Там для тебе штампують. Вона взяла Happy Birthday, я вибрав із тих етих тільки дві букви. Якщо треба, я прийшу. Приїжджають. ТВ. Не торти які. Я вже пробував. А, да? Що? Ну, треба хорошо спекло. А у нас є ще іменинники, аж там. Это можно нести? Это что, такие же? Ну что? Ну такая. Ну такая. Не такая, что? Ну такая, да. Треба раз була улиця. Угу, якась-то... Ні, ні, хороша. Яка, може, не просто товща? Ні, ні, ні. Так, заказуйте чай, кофе. Ми кофе заказали вже. Це наоборот хороша. Я в Ілюні їду, так? Так, опять? Я сиджу, звісно. Їде в Італію. Їдеш? Так, мені треба на... На ПМЖ уїжджає все. Документи, так? На обед. Это очень вкусный торт. Пельмени ряда тоже.
А ну дайте мені кусок такої старта, щоб всі їдять тур, глянь, у нас Маріни нема. Давай тарілку. Марині вредно. Я не претендую. Я только в кафе торти ем, в которых уверена. Да. Ты в этом не уверена? В этом, конечно, нет. Откуда я знаю, кто там облизывал шов? Поэтому... Пальчики облизывали. Да. Мендоза застоялся. А, перебродил, да? А пражский, кто мне даст? Ну, очень вкусный торт. Сейчас, а что вы пробуете? Не хочу, но в кафе. Коля, дяку. Она на балоке там и выставили. Она ела сегодня здорбил торт. Да. Да? Да. А ты кто в этой был? Она не ела торт, Надя. Нет, конечно, ты что? Вроде нет, Коль, посмотри на меня. Я буду есть Надин подушку. Марина молодец. Коля, ты не молодец, Марина молодец. А ты чай? Нет, на самом деле, вот такие щёки вдвоём сидят круто. Дети смутного времени, бабки. Ага, дети подземелья. Мы вкусно. За стол я попросил. А как так шоу Дианы быстрее чай предоставить? Нам один заварить. Слышишь, Диане 10% за обслуживание платили официанту. Точно. Так это что-то включено в стоимость. Тортик вкусно. Мы на нашем меню почасим. Кто с нами, никто не пьет? Вы сами. Да. Я должна напоить твою гость. Мне хватит, я зачу все. Какого ты бибьена очень красного? Красного. Я не лица. Ты положишь. Домой забей. Вкусная тарта. Наимся я и торта всего. Маму торгу выйти. А ты так припал со временем, вы боялись, что вам... Наивы. На перегонки. Ага, мне нравится, что остались пустые столы, что ничего не малища. Посмотри, мы с тобой на дрябь надрыли. Так я тоже его, да? Ну да, это было вообще, так и должно быть. Винегрет он. А нам кофе принесут, нет? Сейчас. Нравится кофе? Девочка, можете нам, пожалуйста, принести кружечку для именинницы? Мы хотим чай, но эти кружки не было. Спасибо. Жалася полвечера. Если ты выпила сразу, как все люди, давно был бы и коньяк, что было. Конечно. Да, сидела бы часа, целую выпивала себе. А вот теперь коньяка у них. Выпивала. А кто его? Нет, ну это ему непостижимо. Выпить весь коньяк в заведении и устраивать скандал, что у них нету коньяка. Надь. Конечно. Ну а теперь они пойдут закупать новый коньяк. Ну да. Маринка, а ты ждала, пока сам Белка везде камеру, да? А ты любишь на камеру работать? Ты любишь на камеру. Ты ж без камеры, ты ж без камеры отличный человек. Ты без камеры вообще. С тобой можно. А ты не ставишь камеру. Ты вообще, ты дуришь, ты не знаешь, что ты так, знаешь, шкуру змеи вбиваешь. Откуда ты знаешь, что я делаю, когда мы выключаем? А если тебе там сильно еще была? Я не хочу знать. Что ты там будешь? А если я пью бы коньяк? А если снова тебе там сильно пила коньяк? А если Коля пью коньяк? Кстати, мама спит. Давайте обратим внимание на именинницу. Почему мама спит? Ничего мама не спит. Спасибо вам большое за приглашение. Ласки. За повод всем нам собраться. Дай мне один друг. Маринка, то и ласки маленькие. Мама, нет. Нет. Жирно. Не лей ей наркоз, лучше коньяк. Лучше повторить. Так то мамка выпила весь коньяк. Пока мы тут поймешь, а шами хлопаем. Пока Надя целая. О, одне плохо, что нема дивана тут, лягти та лежать. Что? Нема дивана, лягти та лежать. Предложи свою сапогу. Какая красивая, я как шлабик. Ой, какой ты красивый. Да я учусь. Я просто... Я другие заказал себе, эти у меня время. Очень красивые, холодные. А посмотри.